Сегодня наступит ночь предопределения. Богословы считают, что эта ночь наступает в один из последних дней, 10 дней Рамазана по ночам, нечетные дни месяца. Как правило, отмечают эту ночь с 18 на 19, с 20 на 21 и с 22 на 23 число месяца Рамазан. В Священном Писании говорится, что Коран был послан в ночь предопределения. Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь не сходят ангелы и Святой Дух. В эту ночь не послание приветствия до самого наступления зари. Мандистау соответствующие мероприятия пройдут во всех мечетях региона. В священный месяц верующие стараются помогать нуждающимся, быть ближе, творить благие дела.